Крыму сегодня на аукционе продан знаменитый санаторий «Фарос». Первый из объектов, которые принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому и были национализированы осенью 2014-го. Здравница, расположенная в Большой Ялте, ушла с торгов за 1 428 000 000 рублей. Вырученные средства власти республики собираются направить на компенсации крымчанам, пострадавшим от действий украинских банков, в том числе Приватбанка Коломойского. Деньги начнут выдавать уже и в этом месяце. Покупатель санатория, Федерация независимых профсоюзов Татарстана, обещает в течение года восстановить корпуса и территорию, чтобы «Фарос» мог принимать отдыхающих круглый год.